Всем привет! Сегодня мы продолжим выживать в доме из... Теперь он будет из земельки. Вы спросите. Как? А вот так, я решил поменять материал. А вы спросите, зачем теперь мне шерсть? Не знаю. Сейчас здесь будет дырка. И я забыл, как. И короче, как мы будем строить этот дом вверху? Точно. Есть идеи? Карабкаться? Ну, и ладно, хотя бы вот эти вот укреплим ход пока что, потому что у нас есть еще важные дела. Насчет изумрудов еще. У меня здесь есть изумруды классные. Вы сказали, что их можно продавать какие-то крутые вещи. Не знаю, какие каким-то жителям. Я не знаю, кто такие жители. Я ничего не знаю, где я была. Мы не переплавили железо. Не знаю, хватит нам 20 угля, чтобы переплавить 8. А, точно, печка же у нас здесь. Раз так с печкой. Сюда это, сюда уголь. Типа как-то вот так вот. Одно железо. Уже получили. Теперь вот это будем превращать слиток железа. Сюда уголь, сюда железо, которое скоро превратится в нормальное железо. И мы его забираем. И уголь тоже. Кладем этот уголь, ложим сюда. И сейчас уголь закончится. Надо подбрасывать еще угля. Еще угля. И подбрасываем. И классно. Остается еще несколько угля и еще несколько железа. Прям хватит даже одного угля. Сюда это и погнали. Все, 8 железных слитков идут к нам. Стоп, у меня же были еще. А, точно, я же... Вот они же. Мне теперь... Они не нужны. Где у нас сверстак? Нам не нужен сверстак. И сколько мы таких можем делать? 18. Посмотрим, сколько будет 18 плюс 8. 7. И получается у нас 28. Логично.
Да, у меня опыт очень маленький. Будем, не знаю, вы ставиться на другие острова. Или пойдем в шахту. Надо подумать. Шахта или острова? Лес? Жив. И теперь придется делать вот это. Вот такие, зачем? Делаю, чтобы подняться быстрее наверх. Зачем я этот блок еще сюда поставил? Вот. Ладно, сейчас попытаюсь поставить. Фух, поднялась. Сейчас мы попробуем изменить мой дом. Но я сначала делаю самое важное. Мою броню. И возьмем мой меч. Стурдадит. И нам понадобится еще земля. Все, иду перестраивать дом. Чуть-чуть заставил некоторые того. Чуть-чуть заставил, потому что закончилась земля. А сейчас мы пойдем, как всегда, конечно же, в шахту. А броня на мне, броня на мне. Перемечь. Стоп, где моя кирка? Вот, я не зачаровал. Сейчас зачарую и пойдем в шахту. Все, надеюсь, мы все важное взяли. Закроемся ради мобов. А то бывают здесь такие. Помню, здесь, еще здесь вот, есть пещерка, в которой я точно не пойду. Здесь я уже ходил, как вы помните. Вот. Погнали. Куда мы не ходили? Мы не ходили туда. Погнали. Поставил факел. И давайте покупаемся на один блок ниже. Будем искать что-нибудь интересное. Если кирка не сломается. Конечно. Мы скрафтим новую. Так. Хоть что-нибудь найдем в этом выживании. Надо убрать еще запасную кирку, а то это может быть сломается.
Ломаем, ломаем. Ладно, не будем ставить факел. Ломаем. Вот это то, что надо. Если бы еще нашли железо, то это было всего. Так. 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 Если там пещера, то... Нет пещеры. Да мне она и не нужна. Вы спросите, все ищут пещеру? Ну, а я нет. Потому что там от того опасно. И мечом я никого не побью. Смогу никого видеть. Так, еще есть? Зачем мне столько угля? Когда уголь часто плавнится. Ребят, я не читаю, у меня просто здесь очень много угля. Что-то мне там... Что-то это там... Неприкольно. Ладно, погнали. Да. Вали, вали, вали в могильнике. Хорошо, что на два угля больше собрали. И скрафчу запасную кирку. Две запасных кирки. Ну, одну. На всякий случай. И проверим. Ломаем блок. Фух. Там не то, о чем я думал. На, я буду прыгать. Ох, я пришел крафтить. Теперь еще одну кирку. А, у меня же есть палочки. Три, прям. И посмотрим. Три. Скрафтим, пожалуй, кирку. Вот она. Вот. Прикольная кирка. Всем удачи и всем пока.